кажется, дети наши будущие. Вот молодежь, это уже действующее настоящее, которое сегодня уже может свои решения предрекать судьбу республики. Сегодня была презентация Ассоциации студенческого самоуправления Луганской Народной Республики. Я думаю, данная ассоциация даст возможность для студенческих самоуправлений вузов как и на местном уровне, так и на республиканском уровне развиваться, да, и ездить на международные форумы, где обмениваться опытом и применять этот опыт в студенческом самоуправлении.